Элита Артплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Мы продолжаем прохождение Ведьмака 3. И остановились мы в этой деревушке. Ну что ж, а давайте посмотрим, что нам сейчас нужно сделать. Нам нужно найти кузнеца, но почему-то я не вижу ни одного кузнеца. О, рядом есть какая-то деревня, хорошо. Ладно, смотрим задание. Очень много заданий, очень много. Погребальные костры. Погребельные. А, все правильно, погребальные костры. О чем я вообще говорю? Потом дикое сердце. Собрать полную коллекцию карт. И опять карты. Ну, карты это понятно, да, мы к этому еще вернемся. Нам сейчас самое главное, тогда надо обойти все костры, наверное. Ну, блин, а где же кузнец? Или мы можем пойти к кузнецу из другого города, как вариант. А вообще у нас появился 4 уровень, поэтому мы можем сделать таким вот образом. Мы можем зайти и одеть новую одежду. Зачем нам чинить эту одежду, если мы можем одеть новую, правильно? Одеваем новую, у нас сейчас броня 45 и будет у нас 70. 70 брони. Также мы покупали штаны. Броня 70 будет 81. 81 единица брони, отлично. Это все можно потом будет продать. Нам, в принципе, чинить ничего не надо, все хорошо. Также у нас появился топор. А, наш топор это все-таки обычное оружие. Почему он так написано? Вспомогательное оружие, непонятно. Здесь серебряный меч. Ну, стальной, серебряный, а здесь вспомогательное оружие. Ну, ладно. Потом подобрали всякое говно. Здесь всякие плюшки. Ну, все, в принципе, тогда получается все нормально у нас. А, нужно заменить еду. Нормальную поставить. Так у нас очень мало нормальной еды. Ой, как мало, нам есть нечего. Нам нечего кушать, да? Ну, давайте поставим бутылочку. Будем пить водяру. Хорошо. То есть проблема у нас с оружием исчезла. Ну, с доспехами. То есть теперь у нас все целое, можно дальше выполнять задание. Ну, поехали, выполним это задание быстренько. Костер. Ко мне, братюня. Также мы за игру находили много рецептов. Нужно будет посмотреть, что мы можем собрать. Какое-то там оружие собрать. Давайте остановимся, быстренько убьем волков. О, ты пес, это вызов. О, ну они, видите, о, видите, как они вообще слабо дамажат. Да ты что ж ты, мразь тупая. Кстати, там есть такой скилл, да, чтобы у нас повысился реген здоровья. Можно будет его прокачать. Сырое мясо, хорошо. Реально, игра очень тяжелая для видеокарты. Нереально тяжелая. У меня сейчас видеокарта на максимум. Как мне ее жалко. Ой, как, сколько она требует, эта игра. Очень много требует. Прям выжимает все соки. Поехали дальше. О, это костер. Там мужик какой-то, смотрите. Кого-то не добили. Ну давай, бей, бей. По кругу его гоните, говорит. Ла-ла-ла. Видите, мы мужика не можем убить. Ну, потому что он по сценарию идет. Кто ты? Сука, не жрецы, так трупоеды. Уеду я из этого проклятого места. Жрецы? Договорились мы, как обычно. Только партия побольше. Я думал, такой хороший клиент, а он на нас косой. Это ты про жреца Вечного Огня? Помните, мы его видели? Это мы говорим про жреца Вечного Огня? Ну, конечно. Этот хер в свекольной рясе. Таким доверять нельзя. Заказывал фиштех первого сорта. 3 раза все было в порядке.
А на четвертый его люди кинулись на нас с ножами, решили нас из дела убрать. Меня скинули в яму к трупам, чтобы гули довели дело до конца. На всякий случай жрец нанял ведьмака, чтобы сжечь останки и замести следы. Ведьмака? Тебя, значит? Ну и что же теперь? Ничего. Мне не платят за то, чтобы сжечь живых. Значит, правду говорят. Мутанты не мутанты, а свои понятия есть. Спасибо, ведьмак. Видите, да? Благодарит нас. О, как красиво лошадь-то стоит. Вот эта картинка. Смотри, на это, посмотрите на это чудо просто. Жалко, здесь нельзя сделать скриншот без интерфейса. Какая красота. Видите, он благодарит нас за то, что мы его не убиваем. Ну правильно, уважает. Знает, что я могу оскорбить его и всю его родню. Так, проверяем. Может быть, что-нибудь валяется полезное, да. Ну, это не совсем полезно, но пойдет. Там еще что-то есть у нас. И сжигаем. Все, миссия выполнена. Кстати, сейчас должно быть... Игни. Сейчас должно лагать немного поменьше. Я опять там поднастрою видеокарту, надеюсь. А ты что, пудел тряпочный? Чё ты сказал, пёс? Ну-ка, я могу его убить? Я не могу его убить, ну ладно. Прикиньте, фуфел тряпочный. Залез такой на лошадку. Ну ладно, поехали. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Нам нужно закончить эту миссию. О, еще и здесь доска объявлений, прикольно. И здесь доска. А мы здесь не были. Ну давайте съездим, смотри, куматно. То есть мы можем поехать сюда. Мы можем поехать сюда и сюда. Ну, вы понимаете? Ну, давайте попробуем. Давайте. Так, у меня есть два доспеха новых. Мы можем купить еще два, если вернемся в тот город. Шевелись, плотва. Как он называется? Я забыл. Блин. Ну, неважно. Ну, вы поняли, откуда мы начинали. Кто это? Еще ни разу на лошади не бил. Лол. Ну, минус в том, что мы не сможем подбирать с лошади, это минус. Ну, я думал, у нас хватает мяса и жира волков. Поэтому я не буду пока слазить и просто побегу вперед. Туда бежим? Туда. Так, там мы были. Туда бежим разве? А, все правильно. Мы бежим навстречу приключениям. Это самое главное, чего не хватало в Скайриме. Приключений, интересных приключений, неизведанных областей. Ой. Что происходит? Меня засосало. Ой, как вас много-то. Они довольно сильные. Тихо, я так просто их не убью. Ну, чуваки. Фига с одного удара убило. С одного выстрела. Они, наверное, огня боятся. Не, все равно немножко подлагивает. Немножечко подлагивает. Нормально. Ты че, сука? Иди сюда! На! Не, здесь, конечно, очень красиво сделаны драки. Так, отличная анимация, как он так прыгает. Ой, что подобрал? О, я подобрал мутаген! Вы понимаете, да? Мутаген! А, кстати, блин, вы мне напомнили про мутаген. Помните, да, я делал выпуск? И там у нас пропал мутаген. Что вы думаете? Я потом сохранился, там загрузился, и он появился. Это был баг. И да, у нас есть мутаген. Вот, он опять пропал. Ну что? А, нет, вот он, все. То есть он сначала пропал, потом появился, я пробовал его одеть. А что так? Что это за говно? А если мы сделаем вот так? И вот так? Нет, так мы не сделаем. Я не знаю, что за прикол такой, почему он сам внизу не понимает? Что происходит, сука, а? Короче, мутаген, он меняет
ну, не то, что меняет, а дает какие-то плюхи, типа баф. Например, этот мутаген, он дает нам плюс 50 к здоровью. И когда я читал описание, да, подсказки, если мы кладем мутаген в эту ячейку, здесь есть у нас способность такого же цвета, например, зеленая, ну вот, например, любая из этих, то он увеличивает ее эффект. У нас нету здесь зеленой способности. Например, если бы я прокачал эту фигню, то он бы увеличивал ее эффект. Но, ну, плюс 50 здоровья — это говно, конечно. Давайте посмотрим, что вот это такое. Мощь знаков, плюс 5% мощь. А какая может быть мощь у нашего знака ловушки? Мощь. Длительность? Ну, мне кажется, бессмысленно. Я бы это взял. 6. Может накопить реально. А сколько он урона? Почему не пишется, сколько урона? Или может тупо качать огонь, да и все. Ну вот, у нас есть выбор. Или этот поставить знак, или этот. Какой же лучше? А, он тогда усилит знак мой, смотрите. Видите, он усиливает знак. Вот. То есть... Плюс 5% мощь знаков, но из-за того, что у меня уже есть ячейка такого же цвета, синего, мощь знаков плюс 10%. Ну-ка. Мне кажется, он не работает на такие знаки, он, наверное, работает только на огонь. Фиг его знает, честно. Ну ладно. Хорошо, у нас есть 2 очка умений. 2 очка умений. Я предлагаю прокачать уже броню. Давайте посмотрим, какая у нас будет броня. Я буду играть тогда в легкой броне, правильно? Нужно в любом случае выбрать броню. Это легкий доспех. Знаешь, будем играть через легкий доспех, я думаю. Все равно мы, по идее, потом все эти способности прокачаем. Ну вот, смотрите, легкий доспех у меня. Доспех легкий. Где он? Вот он, где-то здесь был, да? Вот он. А, каждый элемент легкого доспеха увеличивает шанс критического удара. А, он увеличивает шанс критического удара. Он не саму броню увеличивает. Ну, попробуем. А это что такое? Очки адреналина. Хорошо. Ну, можно еще увеличить силу оружия. Ну, давайте. Пускай у нас будет сильное оружие. Надо бы найти красный знак. Смотрите, если мы найдем красный мутаген, он усилит наше оружие. Еще сильнее сделает. Вот он, приоритет. Вы чуете запашок победы, да? А, подождите, надо сюда же еще поставить что-то. Это у нас стоит, это у нас стоит. Мы не поставили вот это. Во! Он увеличивает у меня почему-то атаку. Смотрите. А, увеличивает урон от быстрых оружий. Быстрых атак. Все правильно. То есть было 235, стало 260. Профит. А это у нас зеленый мутаген, правильно? Ну ладно, все. Очень быстро мы разобрались во всем. Отлично, идем дальше. Можно что-нибудь скушать, но лучше мы сделаем вот так вот. Немножко помедитируем. За один часик он выздоровел полностью. Так. Подождите. А, это все? Стоп, стоп, стоп. Мы там ничего не подобрали. Стоп, 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 стоп. Так это пещера? Во, это я подобрал. Хорошо. Мы нашли доспех. Это хорошо. Вау. Вау. Ну давайте быстренько глянем, что у нас есть. О, опять что-то нашел. А, помните, я спрашивал, как улучшать оружие? Вот как. Рунные камни, вот оно что. А, рунные камни, доспех нашли. Что это за говно? Что это за параша? Хотя подождите, у него защита от ударных и рубящих 25%. Он дороже моего в два раза. Хотя броня меньше, в чем прикол? Сюда можно поставить руну. Ну ладно, допустим. А где руна-то? Вот она, руна. Вау, вау. А интересно, можно вытаскивать обратно эти рунные камни? Ну, давайте засунем тогда, наверное, серебряный меч или стальной.
Какого прочность меньше? Меньше прочность у серебряного. Значит, я больше им атакую. Логично. Давайте мы в него засунем. И плюс 20 пробивания доспеха. Подождите. А как вытащить камень обратно? А если подумать, если он же не может пробивать доспех. Доспехи, по идее, только у людей или нет? Ну ладно, посмотрим, короче. Я думаю, здесь у всех имеется в виду доспех, броня. Мы нашли какую-то пещеру. Какую-то пещерку нашли. О, нехило. Мы нашли целый сет медведя. Потом посмотрим. А, если это медведь, наверное, такая-нибудь тяжелая броня, да? Сет тяжелой брони. Отличные сапоги школы медведя, ништяк. А ты сам медведь. О, видали, у меня оружие свет изменило. Ну, вот серебряный меч. Но! Тихо, братюня. Ой, застряла жопа. Ко мне, пес. Не, сильнее град начал пробивать, очень сильно бьет. Блин, нет у меня зарядов. Ко мне иди, пес. Ах ты, сука! Распердолил! Братюня! А, всех перебили, нормально. Ничего страшного не произошло. Давайте мы сейчас сделаем таким вот образом. Открываем интерфейс. Факел у меня есть. А, это нужно было делать через таб. Нажимаем таб, выбираем факел. Опа. Все, и спокойненько. Мы подобрали какой-то сет. Ну, рецепт на сет. Потом посмотрим. Вот, мутаген. А, это говно зеленое. Ну, пускай будет. Так, смотрите, по идее мы можем мутаген ставить потом. Во, синий. Или тоже говно. Синий это знаки. Синий это знаки у нас. Нам нужен красный. Ну ты что, глупыш? Какую-то пещеру нашли. Ой, хлопа, здесь ходов-то много. Мы откуда пришли-то? Подождите, нет, мы не отсюда пришли. Или отсюда? Мы, по-моему, отсюда пришли. А, не, все правильно. А, давайте сейчас быстренько здесь все исследуем. Вот это я понимаю, вот видите, да? Атмосфера, поиска. Вот что было раньше Morrowind за Elder Scrolls, и чего не хватало в Скайриме. Когда ты заходишь в пещеру, находишь какие-то дорогие вещи интересные. А не когда ты там стоишь в городе, да, прокачиваешь себе кузнеца и делаешь лучшие доспехи в игре. Бессмыслица абсолютная. Ну, как поджечь? Так, а если я сделаю вот так вот? А, он уже горит. Ладно. Так, иди, что еще было. Руда. Хорошо, это нам все нужно. Нашли отличную пещеру. Это первая пещера, которую мы нашли в игре. Я даже не знал, что здесь есть пещеры. И здесь, наверное, плюхи есть. Здесь плюх нету, правильно? Так, подожди, я немного теряюсь в этой пещерке. Мы очень много нашли, потом будем все это исследовать. Так, грибы нам не нужны, ну ладно, возьмем. Интересно, здесь есть какие-нибудь ловушки, которые ставят другие персонажи? Ну все, в принципе. Зачистили мы пещерку. Давайте так потушим факел, сохранимся. А, мы отсюда заходили, значит, все правильно. И глянем, что же мы нашли? Нашли очень много плюх, очень много. Так, ремонтный набор, он мне не нужен. Может, когда-нибудь пригодится. Нашли клинок бригадира. А, бригады. Ну, это все говно, неинтересно. Дальше смотрим, что еще у нас здесь есть. Еда. Мясо нашли.
Всякие разные плюхи. Мутаген. Ну да, у нас есть синий мутаген. Очень много мы находим материала. Это хорошо, чтобы делать... А, да, надо поставить ремесло. Находим материалы, чтобы делать потом по рецептам оружие и броню. И самое главное... А, у нас здесь нету ремесла, да? А, есть, смотрите. Ну ладно, проверяем. Отличные штаны. Вот! Вот, смотрите, вот! Плюс 48 брони, вы понимаете, да? Ну, оружие все такое слабенькое. Лучше нашего здесь точно есть. А, мы его видели, ему нужен 12 уровень. Нет. Потом есть... Это все школа медведя, но они, наверное, тяжелые. А почему он не пишет? Они тяжелые или... А, тяжелый доспех, да, да, да. Тяжелый доспех, тяжелый. Школа медвежонка. Ну, как я и говорил, видите, я был полностью прав, что школа медведя — это сет тяжелых доспехов. Так, что у нас еще есть? Доспехи обычные, тяжелые. Средний. Может пойти в тяжелый? А в чем разница-то? Ну, он весит, да, много. Как вообще мы вес-то должны увеличить? Подождите, я не помню этого. То есть вообще как-то вес увеличивается? Смотрите, если мы соберем тяжелый доспех, мы будем дольше бить? А, вот написано, увеличивает уровень брони, замедляет восстановление энергии. То есть он может меньше бегать, или ему будет тяжелее бить, да? Вот, средний доспех, смотрите, он просто увеличивает уровень брони. Средний. Легкий, он увеличивает уровень брони, при этом ускоряет восстановление энергии, а тяжелый он замедляет. Я предлагаю сделать тяжелый сет. Предлагаю вам его собрать. Улучшенные штаны школы медведя. Улучшенные штаны школы медведя. А где мне взять их? Купить где-то? То есть везде нужны улучшенные сапоги. Не понимаю. Отличный. Да, а что такое? Это у нас шкура драконоида. Драконида. Короче, понятно, что ничего не понятно. Ладно, смотрим, что у нас дальше. Мы должны все равно дойти до этого места, выполнить миссию. Потом уже, когда найдем когда-нибудь кузнеца, я думаю, мы найдем его в этой игре. Посмотрим, что можно собрать. Я попробовал бы собрать себе все-таки этот сет. Думаю, можно потом будет сделать зелье, которое восстанавливает энергию. В крайнем случае. Ну давай, иди. Тихо, 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 тихо. Слази. Что-то меня припекло саркотан. Ну-ка, подождите. У нас есть огонь, ну допустим. Эй, осторожный, чувак. Сколько она отняла? Она мне много отняла, да? А я могу поспать? Все, можно. Давайте быстренько помедитируем. Немножечко, вот так вот. Там я заметил очень много врагов. Очень много. Попробуем подраться с ними. Так, оружие у меня есть, у меня есть зелье. Ну давайте попробуем. Очень много. У тебя сегодня плохой день. Да, хорошо, 9 уровень. У нас 4. Ой, как много-то вас. Там еще ушник стоит, чмо. Вон, да. Ох. Ну здесь они хотя бы не сильно агрессивны. То есть я могу просто одного бить стоять. А, смотрите, у этого 10 уровень, он сильный. Ну давай, чмо, нападай.
Попробуем сделать так. Тихо, 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 осторожно. Ты чё материшься, дурачок? На, пёс. Видели, он как бы станет меня, да? Блокирует удар. О, ну я успеваю все равно, ладно. Вот наша энергия, видите, энергия пропадает. Да господи. Хотя можно использовать этот знак. Еще, смотрите. Можно было через него качаться. Нет, я поиграю лучше все-таки через метку. А, сука, больно. Да господи, мы вообще не пробиваем. Сам ты ублюдок. Зараза. Да, чувак, реально зараза. Но у нас новые доспехи. Если бы их не было, мне было бы очень больно. Нормально, нормально порубил. Ну-ка. Мне кажется, что ловушка, она уменьшает их броню. Почему-то мне так кажется. Я замечал много раз. Смотрите, сейчас какой дамаг будет идти. Ну, пиздец тебе. Ну, пока не видно ничего. Ну, иди сюда. Куда ты уходишь, даун? Хорош. Ну, нормалек. Да сдохни, псина. Отрубил ему какую-то конечность. А, потом мы это все поднимем, я думаю. Почему-то сейчас нельзя это поднимать. Или можно? Или он не сразу просто поднимает? Нет, не поднимает. Сделаем таким вот образом. На, пёс, на. Дали серию ударов. И у нас даже не тратится выносливость. Наверное, потому что вот он, легкий доспех. Ну, это тоже неправдоподобно, я считаю, да? Он 3 часа бил его. Теперь можем подобрать, потому что он убрал оружие. Так, мы нашли ключ какой-то. Пойдемте еще подберем этого человека. Ничего особенного. Так, здесь тоже что-то можно подобрать, да? И там еще тут осталось. Там, по-моему, 2 лучника тебе было. Сегодня плохой день. Что ты делаешь, дебил? Ну хорошо, давайте сейчас быстренько его убьем. Это мы подбирали, да? Вот видите, если можно прокачивать огонь, то есть они будут чаще загораться. Отрубили головешку. Там еще что-то есть, подождите. Я не успокоюсь, надо всех убить. А, тут еще на лошадях есть. Нифига, это он сам отскочил. Меня кто-то ударил, что ли? Ну давай, давай. О, псы, 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 больно, больно. Вот как вы, сука, блядь, не научитесь. Да подохните уже, мудаки. Ну, ко мне. Ну все! Это было, в принципе, несложно, мы всех убили вроде. Здесь лошади, кстати, дикие. Могут нас раздавить. Ладно, пойдемте, отлично. Всех поубивали. Такие плюшки валяются. Ага, хлеб. Так вот, мужик сидел в клетке. У нас, кстати, скоро будет вес полностью забит. О, 3 килограмма осталось. Надо кузнеца найти, надо кузнеца найти. Какая записка валяется. Но ищите мою лавочку у моста через понтом.
Вообще-то у меня товар только для войска, но для вас я сделаю исключение. В смысле, а где его лавочка? Хорошо, так, освободили кого-то. Тут еще есть, да? Пойдемте пробежимся немножечко. Кто-то там есть. Зашкерился кто-то. Собачки? О, мужик какой-то. Я за вами приглядываю. А, пойдемте. А, это все, что было здесь, да? Это весь секрет? Ну ладно, мы типа освободили мужика, который нам что-то даст, возможно, когда-нибудь. Но нам нужно будет его еще найти. Это купец был. Мне, кстати, нужен купец. Мне очень сильно нужен купец. Вот, мы видим всяких разных людей. Хорошо. Мы же сюда вернемся. Сначала мы сходим и заберем нашу награду. Все, напомню вам, что мы сожгли три места. Держи. И вернулись за наградой. А только мало здоровья. Давайте немножко поспим. Как дела, ведьмак? Ты выполнил задание? Я уже позаботился о могилах. Я позаботился о могилах. Это было очень интересное задание. Один труп оказался вполне живым и весьма разговорчивым. Что ты имеешь в виду? Торговец Фисштыхом выжил и рассказал мне очень интересную историю. Хм. Я с удовольствием выкуплю ее у тебя в личное владение. Я не беру взяток, нет. Меня можно нанять, но не купить. Что же, в любом случае дешевле всего будет тебя убить. Пусть не надо, его. Не надо. Конечно, ведьмак, но втроем-то мы справимся. Ну не надо, пожалуйста. Опа, опа. Переключаемся, ставим ловушку. Нету заряда у нас, хорошо. Не поставим ловушку. На, пес. О, хорош. Опа, ловушка, замедление. Зачем вообще эта ловушка нужна? Ну замедление еле-еле происходит. Это тяжелее, чем я думал, кстати. Ну они не тяжелые, ну просто станет постоянно. На, пес. А, все? Что так быстро я убил? Кстати, чья-то рука отлетела. Нет, где-то же больше, чем рука. У нас опять сломанная одежда, сломанное оружие. А, оружие сломанное. Я сразу говорю, что он какой-то подставной, но это было очевидно. По его роже и так далее. Ладно, все. А, выполнили миссию, это хорошо. Пойдемте сбегаем в городок. А может быть здесь будет у нас кузнец. Хотя вряд ли. Здесь уже есть какая-то миссия, но сначала кузнеца. Где ты, чудо? Вот она. А, это он! Это, по-моему, он был, да? Или нет? Покажи свои товары. Ну, по-моему, его освободили. О, какой бич. Ничего интересного здесь нет. Хотя мы можем продать ему оружие, но он нам ничего починить не может. А, у нас есть наборы, мы можем сами починить. Ну ладно, выкидываем все это говно. Выкидываем. Здесь еще надо смотреть, да, по чем он покупает. Мне кажется, что он все берет очень дешево. Ну ладно, что делать. Клинок бригады. Забирай клинок. Штаны тоже нафиг не усрались. Вот это вот дерьмо сразу выбрасываем. Все, он больше ничего не может купить у меня, да? Только за 4 монеты. За 4 монеты мне нечего тебе продать. Можно у него взять еды, если она у него есть, но у него вроде ее нет. Ну ладно, пойдем дальше.
Не хватает кузнеца очень сильно. 140 монет. Так, здесь какая-то еще есть миссия. Давайте глянем, что у нас по заданию. Мы пойдем возьмем новую миссию. Очень далеко мы убежали. А, давайте мы сюда сбегаем, да? А потом пойдем за миссиями. Ну ладно, сначала возьмем, потом сходим туда. Грамотку не желаете? Дешевле, чем у меня, не найдете. Какие грамоты? Что еще за грамотки? Вы ничего не знаете? Реданцы заняли все броды на Понтере. Без подорожной грамоты никак не проехать. Но вам повезло. У меня как раз есть несколько на продажу. За столько я куплю золоченую карету, а сам оденусь Родовидом. Ежели у вас денег не хватает, так что поделаешь? У меня есть деньги. Ну-ка, а может, ты сделаешь мне скидочку? Ладно, не договоримся. Эй-эй-эй-эй, подождите. Может, у меня для вас найдется работа. А за работу выправлю вам скидочку. Что за работа? Что за работа? Недалеко отсюда, к юго-востоку, Шурин мой открыл дело. Вместе с другими людьми поле битвы убирает. Беда в том, что им все время докучает какая-то нечисть. Ну, знаете, твари всякие, что к трупам тянутся. Если бы вы поохраняли моего Шурина, я бы вам прекрасную скидочку нарисовал. Ну, хорошо. Ладно, посмотрим, что я смогу сделать. Хорошо. Поможем, но это будет уже следующая серия, а сейчас мы побежим, возьмем еще задание. А как взять задание? Вот. Берем все задания, как всегда. Че, кузнеца нету, да? Там какой-то городок, это, пойдемте попробуем туда сходить. Или здесь как раз и нужна нам грамота, пропуск. О! Эй, ты! Чего надо? Я пришел по поводу заказа. Я по поводу объявления. Кажется, у вас неприятности с каким-то чудовищем. Ой, я уже задание взял. Неприятности? Эх, ты ладно выразился. Да мы, сука, в самой черной жопе. Вот такие у нас неприятности. Сидит какая-то кудлатая хуйня в лесу и нападает на каждый гребаный транспорт, который едет по большаку. У нас уже болты кончаются, стрелы, провиант. Нехорошо. Послал я пару людей, чтобы глянули, что там и как. А они не вернулись. Дело такое. Принесешь мне башкой этой манды, получишь золото. Сколько в объявлении написано? Торговаться не буду. Квартирмейстер больше не даст. Но могу от себя добавить грамоту, с которой можно через Понтер перейти. Ну так как? По рукам? Ну конечно, плохое да. Предложение. Посмотрю, что можно сделать. Ну вот видите, мы взяли очень интересное задание. Я даже не знал, что он задание дает. Просто решил подойти, вот стоять два мужика. Я еще хотел к этому подойти сначала. Ну это шикарно, чудище. Ну что может быть лучше, да, чем пойти и убить чудище? Он тоже нам предложил грамоту. Как я понял, можно взять или там грамоту, или здесь. Но мы возьмем и там, и здесь. Профит. Вот, сначала мы выполним это задание. И потом пойдем дальше. Я не знаю, куда мы вообще идем. Но куда-то в интересное место. Давайте мы на этом закончим. У нас, кстати, очень плохо... А, давайте сначала все починим, потом закончим. У нас плохо с оружием, 45% остается. Ну, давайте использовать... Выбрать ячейку. А, это можно только для брони использовать, а это для оружия, да? Тоже для брони? Блин, это броня, все. То есть мы оружие не починим никак. Ну, ладно. У нас есть мутаген. Одно и то же, да? Да. Ну хорошо, сейчас мы будем заканчивать. И уже в следующей серии будет множество интересных миссий. Мы сразу поможем Шурину, потом пойдем убивать какого-то монстра.
И, может, дойдем до кузнеца, а там уже прокачаем себе оружие и так далее. Все, всем спасибо за просмотр. Потому что